отель «Авангард». Стандартные в отеле «Авангард» пример. Просто «Авангард». На территории. Территория отеля «Авангард». Ранее он назывался «Вок Авангард». Сейчас он просто «Авангард». Что изменилось после того, как он стал «Авангардом»? Они убрали из номеров ковролин, у них теперь в номерах паркеты и разрешено размещение с животными. То есть можно с собачкой до 5 килограмм приезжать в отель. Доплата за это около 60 евро в сутки. Это бассейн «Релакс», здесь бассейн более активный. Территория отеля небольшая, достаточно компактная, от основного корпуса до пляжа дойти около 5-6 минут. В отеле есть горки, есть лунопарк, это все бесплатно. А-ля карты у них бесплатно только один раз молодоженам. Всем остальным категориям туристов они идут за дополнительную плату. Пляж отеля «Авангард». Протяженность у него около 700 метров. Пляж небольшой. Вот пляж.